запомни. Ты теперь пацан, ты теперь с улицей, а кругом враги. Началось все с теплоконтроля. Лет 10 назад они устроили пробег по территории Ново-Татарской с обрезами. Гранаты кидали в местных. Тяплеплютые были. Почти всех посадили, двоих расстреляли. Ново-Татарские, Борисково, Перваки. Тут ходит тактаж. Один тактаж жесткий. Они однажды троллейбус перевернули. Короче, запалили курчатских на своей территории, догнали троллейбус, окружили. Ну и перевернули. Курчатовские в тот день знатно отхватили. Ну и у Хадишевских весь возраст менты приняли, человек 60. Тут советские. Они, короче, на какой-то праздник поснимали знамена с домов. Заточили вот эти штуки сверху, которые. И с ними напали на Адельку. Капец, революционеры. Квартала, телестудия, чайники. Они как-то на пробег с чайниками сбегали. Ну и прижилось. Тут низы, грязь. И кинопленку сам знаешь. Ну и все, фигня. Постоянно на озере слышал? Что я сейчас слышал? Там дали угля, конечно. Отрыл на 250 таких же. Жилка против грязи не сидит. Подлетели кентавры, целый полк конной милиции пригнали. Ну и вообще там потоптал народу. Об этом все знают, легендарный бой. Как это все запомнить-то? Один раз фанеру получше запомнишь.